Кирилл Алексеевич, главный тренер СПБГУ. Прокомментируйте сегодняшнюю игру. Ну, тяжелая игра. Первая игра после большого перерыва. Коллектив немножечко поменялся, поэтому есть определенные моменты, над которыми стоит работать. То, что выиграли, конечно, хорошо. Много, конечно, ошибок еще у нас есть в командных действиях. Но результатом я доволен, желанием ребят я доволен. А над игрой будем работать обязательно, потому что есть над чем, конечно, на данном этапе еще совершенствовать многие вещи.